Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Zomba Buster. Поехали. Как вы помните, я не смог пройти последнего босса и решил, как говорится, накопить себе много денег, да, кое-что прикупить. В принципе, я это сделал, ребята, и по возможности делал вот эти вот задания, чтобы получать деньги. Ну, правда, очень плохо у меня это все дело получалось. Но суть не в этом, ребят. Суть не в этом, суть в том, что я накопил себе, так, 15 билетов энергии, плюс 3 ящика у меня на восстановление энергии, и одну себе купил вот эту вот пилу. Теперь самое интересное, ребята, кого нам брать в отряд? Вот кого мне брать в отряд? Я думаю, что вот этого чудика, наверное, возьмем с тобой, да? Вместо вот так вот. Можно взять шефа, он тоже неплохо критует. Вот жнец тоже хороший, ребята. Он наносит неплохой урон, если честно. Может даже сразу убить. Причем зомби, хоть он в броне, хоть без брони, конечно, на босса не действует, но на зомбаря, на любого, может сразу его снести. Так, дай-ка я настрою, наверное, нашего вот этого вот чудика. Вот так вот. Ну что, ребята, давайте сделаем вначале пробный забег. Пробный. Как говорится, освежим. Освежим с тобой память. Так, я точно тот уровень взял с боссом последний, да? Короче, сейчас будем к этому чудику будем ставить с тобой уничтожителя сразу же. В первую очередь. Вот так вот. Почему, ребята? Во-первых, этот у нас пулеметчик, да, он сносит броню. Уничтожитель сразу может уничтожить, в принципе, любого зомби. Пока все у нас с тобой хорошо. Слушай, я точно ту самую миссию поставил? Да нет, по-моему, ту самую. Другого быть здесь и не может. Так, бегунов, естественно, сразу расстреливаем. Переключаемся сюда, сносим броню и добиваем. Так, и добиваем. Давай, блин, нам нужно с тобой открыть. Так, здесь так, активируем. Ну, я не знаю, давай так поставим, что ли. Все равно лучшего мы с тобой не придумаем здесь. Сейчас здесь ушатаем. Давай теперь этого будем бомбить. Сколько волн, я не знаю, будет, но босс пойдет посередине. Босс у нас будет именно посередочке. Так, подожди-ка. Вот, наверное, так лучше нам сделать с тобой, да? Иди сюда. Кстати, я уже, знаешь, что понял? Не... Воу. Не обязательно, ребята, все застраивать. Не обязательно. Можно сделать, например, две команды, но отлично их прокачать и, в принципе, неплохо разруливать. Но, по-моему, не в этой ситуации, которая у нас сейчас с тобой происходит. Так, здесь, ладно, разберемся с этим, давай. По-тихому. Так, отлично. Ну, давай один билетик потратим, так уж и быть. Так уж и быть. Но бегуниха тут бежит, ё-моё. Давай вот так переключимся. Так, этот отряд вот сюда, вот вниз. Угу, меняем. Так, босс пойдет у нас по средней, да? С последней линии, поэтому... Воу, тихо, тут пришелец. Чуть было не продинамил его. Так, в этот отряд кого бы мне поставить? Можно, в принципе, попробовать снайпера поставить здесь, да? Как бы неплохо бы смотрелся он. Да, я думаю, снайпер... Нет, вот так сделаем лучше. Ага, вот, друзья мои, босс, блин. И вот самое это противное, что сейчас начнется. Сейчас начнется, и я боюсь, что он будет уничтожать мне мои отряды.
Как вот это вот тут вот сделать, я не знаю, ребят. Куча, естественно, зомбарей. А, еще же этот ханорик. Ну-ка, нормуль. Блин, я все время забываю, что здесь нужно прикупить. Давай перемещаемся сюда. Вот как тут сделать? Вот как тут быть? Я не знаю, давай под адреналином, может быть, что ли, тут шваркать. Так, меняем местами. Смотри, сейчас он почему-то ничего не делает. Вот сейчас он вообще ничего не делает. Почему, я не знаю, ребят, с чем это связано. Давай так поменяем. Я боюсь. Я боюсь то, что он в ненужный момент активирует свою ерунду, вот эту вот. Угу. Так, подожди, вот так надо нам делать. Боюсь, я не знаю, когда у него сработает эта фигня, понимаешь? Давай, наверное, еще с тобой активируем, да? Может быть, вот так нам сделать. И... Оу! А эти-то невидимыми стали. Да вы будете бомбить-то или стоять, что-то лыбиться, не пойму, че, почему. Блин, я думал, что он сейчас пульнет. Давай вот так вот сделаем. Поменяем вот этот отряд. Он нам наносит побольше дамага. Так, активируем. А как я не... Он... Подожди, он себе здоровье сейчас восстановил или мне показалось? Или у него сука было, я что-то не могу понять. Мне кажется, когда у него становится половина хп, он начнет, ребята, буянить. Воу-воу-воу, пошло ускорение, да? Что-то он тут сам на себя не похож, этот босс, если честно. Друзья мои, что-то он даже тут не буянит своим лучом, как он обычно это делает. Блин, а вот то, что вот в невидимость он запускает своих зомби, это да, это я... Чувствую, это я чувствую. Так, ладно, тихо, подожди. Не будем сбиваться. Так, что нам сюда надо? Нам нужно... Так, шипы... Оу, так, меняем отряд с тобой. Какой? Вот этот вот, да? Меняем этот отряд. Здесь сделаем вот так. Че, перчатку применим, да? Окей. Гаврюша-то подходит все ближе и ближе. Активируем, друзья мои. Давай, 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 родной мой. Этого Гаргантюа нам нужно с тобой завалить. Нам нужно с тобой его бомбануть. Так, лучше, конечно, вот этот отряд сюда выставлять. Шипы. Снайперы, ребята, очень сносят много здоровья. Именно не бронированным. Да, по-моему, ему сейчас крышка, слышь? А почему он не стал делать смертельный луч? Помнишь, который он выпускал раньше? Пси! Я-то думал, мы сейчас с тобой тут будем пыхтеть. Неужели я так сильно раскачал своих бойцов, что им все нипочем? Большой босс. Друзья мои, ну получается так. Мы с вами прошли игру. Ага, прошли игру. Тут, оказывается, еще есть корпорация Z. 50-я стадия.
Все улики, связанные с зомби, привели нас к этому зданию. Здесь темно и страшно. Готовьтесь к худшему. Ты понял? Готовьтесь к худшему. Причем босса здесь нету. Видишь, Гаргантюа был последним. Интересно. Очень интересно, меня прям заинтриговали. Так, что же нам с тобой прокачать? Давай, наверное, вот это вот. Окей. Ну что, друзья мои, готовы ли мы отправиться? Так, всего этажей 5, волн 0 в плане. Что тут происходить будет? Старт. Внимание! Да иди ты в пень! Какого лешего ты сразу тут вышел-то? Эй, эй, эй! Погоди, что это? Что Ёпарасоте! Твою ж дивизию! Гаргантюа X! Так, что-то здесь пахнет, друзья мои, керосином. Глаз мы ему сейчас... Блин, шипы не действуют на глаз. Давай, наверное, поставим с тобой уничтожителя здесь. Билетик потратим и... Откроем билет. Ой, билет, откроем этажи. Так, ладно, погнали. Здесь выставим вот таким вот образом. И вот таким. Ладно. Так, секунду, 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 друзья мои. Секунду. Тратим еще один билетик. Ставим. Команда с Ваткати пока еще. Вот так вот влепим. Нормуль. Так, вот здесь вот надо кого-то нам... Ага, уничтожителя брони можно сюда поставить, точно. Стопэ, 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 стопэ. Давай сюда ставь, вон, видишь там? Бежит гаврик. Давай, снимай с него броню. А, мы бьем в сердце ему. Все, я понял, ребята, бьем ему в сердце. Окей. Значит, нам выгодно ставить с тобой вот этих вот. Ого. Это что еще тут такое? Это... Порталы какие-то еще появляются, посмотри. Вот так, нам нужно с тобой собрать команду чисто огневой мощи. Я надеюсь, ты понимаешь, о чем я, да? Которая будет наносить колоссальный дамаг. Колоссальный дамаг. Ага. Да блин. Так, 230 у нас откат, откат, откат. Ну давай так поставим. Куда ты разогнался, бегунок? Нет, эта команда не подходит здесь. Вот так надо делать. Какого лешего? Нет, все-таки пулеметчик, от него больше толку, ребят. От пулеметчика больше толку. Поэтому пулеметчик здесь нужен в обязательном порядке. Ты же сам видишь, как он крошит. Копить, да, копить на него долго, но он того стоит. Стопэ, 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 стопэ. Так, сносим, сносим, сносим им бошки здесь. Слушай, ну половина хп, я надеюсь, никакой трансформации там второй не будет у него. Они ведь могут такое здесь влепить, причем в легкую. Что за ними, как говорится, заржавеет, думаешь? Нет, конечно. Так, уничтожителя влепим. Так, билетик потратим. И чувачка с молниями. Почему я его, ребята, брал, когда я копил финансы, да, для того, чтобы купить вот эти вот жетоны и вот эти все билеты и... Он очень себя проявил хорошо, особенно против толп зомби, то есть снаряд попадает и все, кто рядом стоит, наносит урон. Причем не имеет значения, бронированные зомби или не бронированные, они все получают урон. Так, тихо, что-то тут.
Ну, он, в принципе, сейчас отдуплится. Если я еще раз повторю, не будет никакой там второй фазы. А я на это очень сильно надеюсь. Ну? Давай, пару ударов там осталось-то. Что ж ты будешь делать? Смотри, живучий. Есть! Победа. Скоростной поезд и легенда. Но я тебе скажу, что этот босс, по-моему, вообще был какой-то простенький. Проще даже, чем тот Гаргантюа. Сплэч. То есть взорвался, да? Так, вот они, наши ребятульки. Фух, передохнули, выдохнули, так сказать, да? Ну что, военные свернули шматье, как говорится, и поехали. То есть они выполнили свою поставленную задачу, и вот они решили отдохнуть в одной из машин. Мне кажется, здесь какой-то подвох сейчас будет. Только не говори, что кто-то из вас зараженным стал, а? Как он сладко. Так и есть, друзья мои. А кто это, знаете, да? Это тот самый боец, которого спасли в самом начале. Спасли в самом начале именно в супермаркете. Помните, да? Спасибо за игру. На здоровье, спасибо вам, разработчики, за предоставленное мне удовольствие поиграть в нее. Я думаю, моим зрителям тоже это все дело понравилось. Так, что у нас с тобой? Забираем. Ну что, дорогие друзья, можно, в принципе, с этой игрушечкой и распрощаться, потому что мы ее прошли полностью. Да, у нас не все выполнены достижения, но... Не это главное. Главное, что мы выполнили все миссии. Да? Да. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.